Хаю-хаюшки, ребята, да уж, уже немного холодно стало на улице, и у нас выпал первый снег. Но это ведь хорошо, правда? Наступает зима, и до Нового года остается все меньше и меньше времени. Кстати, а как вы собираетесь встречать ваш Новый год? Напишите об этом в комментариях. Мне очень интересно. И какой подарок вы бы хотели получить? Ладно, чё я вообще вас тут собрал всех? Вы, наверное, уже соскучились по мне, да? Так вот, для тех, кто по мне скучал, хочу сказать небольшую новость. Она вас должна немного порадовать. Итак, как вы могли уже слышать, обращение от кошмарного Бонни на канале АКС-52, что скоро будет много чего нового, и не за горами вторая серия 5-го сезона «Новой жизни». Но это там, а тут будет еще кое-что не менее интересное. Итак, вначале на этом канале мы выпустим 8-ю серию 2-го сезона, которую мы раньше удалили. Но на этот раз с новой анимацией, и она будет более интереснее. И в нее мы добавим немного нового, так что ждите. А уже после самое интересное. На канале Акса FM выйдет небольшой сериал про нас. Точнее, про меня и моего друга Фредбера. В этом сериале вы увидите, с чего все начиналось, как мы стали выступать на сцене, как во мне появилась странная сила, как появился марионетка и как фиолетовый человек начинал свои злодеяния. Так скажем, этот сериал – это предыстория сериала «Новая жизнь», и он будет называться «Золотые костюмы». Мы пока не знаем, сколько будет серий, скорее всего от 3 до 5. Это будет очень интересно, так что ждите. И еще одна интересная новость для любителей игр PUBG и PUBG Mobile, ну и других онлайн игр. Мы создали новый канал только для стримов этих игр. Стримы там будут проходить регулярно. Так что кому интересны эти игры, то переходите вон по той ссылке сверху и подписывайтесь на этот канал. И уже через неделю там начнутся стримы, где мы даже сможем вместе поиграть с вами. Вот так вот, друзья, такие новости на сегодня. А пока не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик и ждать выхода новых серий. Я думаю, это очень хорошие новости к преддверию Нового года. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч, друзья. Увидимся в сериале «Золотые костюмы». Пока!